убийство. Гарри Уайлд, ты зачем пришла? Это мой напарник Фергюс. Мы частные детективы. Что-то вынюхиваешь? Не надо, мам, не лезь в это дело. Почему это? Тебе что-то известно? Эти люди опасны. Присядьте, миссис Уайлд. Нам надо поговорить. По опыту скажу, что существует не так уж много поводов для убийства. Месть, неудачная любовь и деньги. Что сказал Чарли? Сказал ничего не трогать. Но если мы что-то тронули до предупреждения, это не считается. В моем возрасте не заводят парней. Это правда. Только любовников. Еще вина. Если он не рассказал нам об этом... Тогда что еще он скрывает? Фергюс, ты чертов гений! Зря я относился к тебе несерьезно. Но этого больше не повторится. Ты всегда такая самодовольная. Только когда я права. А права я всегда, так что думаю, да, всегда.